Это же надо, ну как же так? Почему все всегда со мной происходит? Вон, папа, пап, пап! Что случилось? Что ты не на моцике едешь? А что катишь? Папа, тут очень серьезное что-то случилось. Ты хоть не упал, а? Да нет, папа, хуже случилось. Что случилось? Руки-ноги целы? Да, целы. Питбайк поломался. Ой, фу ты, напугал. Что с ним случилось? Он же ж работал. Ну смотри, газ сломался. Это, я думаю, Саня, не проблема. Сейчас мы его раскрутим и посмотрим, в чем там дело. Папа, ты что, умеешь ремонтировать мотоциклы? Саня, нет, не умею. Это у меня первый мотоцикл, твой. Сейчас вместе с тобой попробуем. Ну хорошо, давай. Ребята, представляете, под конец лета питбайк сломался. Кому жалко питбайк, ставьте лайк. Очень надеюсь, что папа сможет поремонтировать. Капец, напугал меня. Инструменты надо взять. Ты меня так больше не пугай. Я уже думал, там реально что-то серьезное произошло. А что, папа, это не серьезно? Саша, все железки можно починить, перекрутить. А вот людей скрутить иногда не получается назад. Поэтому и говорю, не пугай меня так больше. Так, давай, убирай шлем. Ну чё? Дело, причина где-то здесь. Или трос слетел. Что у нас еще может быть, Саня, да? Давай начнем с вот этого, по-моему. Болта, шурупа, который держит нашу ручку. Сейчас ручку снимем? Да, сейчас мы болтики, главное куда-нибудь положить, не потерять. В карман. Смотри, вот видишь, вот она, наша ручка держится, ага. Вот такими двумя шурупами. Ты держи один. Сейчас я второй откручу. Опа, держи. Оп, сейчас в карман буду складывать. Вот наш, так, сердцевина. О, офигеть. И вот наш, наша ручка. И что у нас, вон, слетел трос? Да. А где сам трос? Вон трос. Папа, ну что, получится? Держи ручку, Саня. Подожди, покажи. О, походу, Саня, не получится. Ну-ка, держи. Как так? А что здесь произошло? Смотри, Саня, вот наш трос газа. Видишь? Угу. А вот то, чем он фиксируется в ручке. Он просто, Саня, порвался механически. Папа, из-за чего это могло быть? Ну, не переживай, не из-за тебя, а из-за некачественного троса, скорее всего. Вот, видишь, я его сам не приварю. И лучше тут, Саня, ничего не химичить, а на сервис его надо загнать и просто вот этот трос поменять. Видишь, Саня, вот сюда, сюда. И, наверное, вон он дальше пошел. Видишь, вон он наш трос. О, длинный. Ой, ё-моё. Вон он сюда идет. И регулирует там открывание, поступление бензина. Нажали, потек бензин. Отпустили, перестал. Вот и все. А вот эта штучка просто ее фиксировала. Вот, блин, как не повезло. А долго, папа, ремонтировать будут? Тут работа, Саня, на полчаса. Длину троса подобрать и все. Просто что я сам это не сделаю. Так как у нас с тобой троса нету, и рынок уже сегодня не работает. Вот и все. Вот, блин. Наверное, уже не покатаюсь. Ребята, если вам понравился наш эксперимент, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Brochure Games. Всем пока-пока.